Ребят, всем привет! Закинула сотку и буду вытаскивать такую коровку. У нас была загрузка, но я на нее не успела. Это все, что осталось. Корова и большой единорог. Корова раскопана, единорог закопан. Хочу вытащить корову, потому что именно в шубке у меня еще не было такой. Корова прикольная. Это коровка балерина. Раньше у нас их было очень много, везде. Они были во всех автоматах. Но вот сейчас кладут поменьше. Раньше вот таких коровок мы доставали очень легко и просто. Прям вообще быстро они вытаскивались. Можно было и за 20-30 рублей вытащить такую корову. Как сегодня, я не знаю. Но, кстати, есть один такой нюанс. Если корова лежит юбкой вверх, то ее очень сложно достать, потому что клешня соскальзывает как бы с юбки. Не знаю, как вам объяснить. Но, в общем, тогда сложнее достать. Если корова лежит хорошо и автомат нормально настроенный, то прям вообще они очень легко достаются. Очень удобная форма для клешни. И сами коровы, они не тяжелые, они легенькие, хоть и большие. Но видите, у них длинные ноги, они как бы ничего не весят толком, поэтому... Вот сейчас корова лежит неудобно. Видите, юбка как бы наверху, и клешня соскальзывает. Она не может ее полностью захватить. Это плохо. Мы будем, конечно, стараться ее вытащить. Мне хочется такую коровку. Давно мы их не вытаскивали, давно не было их в автоматах. Вот смотрите, о чем я говорю. Клешня ее даже не берет, потому что юбка как бы покрывает тело коровы, да, когда клешня вот опускается. Видите? Вроде бы захват был неплохой, но из-за юбки клешня ее даже не подняла. Нет, за голову тоже не получилось ее взять. Так, надо что-то делать с этим. Без коровы я уходить не хочу. Опа, смотрите. Так, ребята, закинула еще копейку. Может, повезет. Сейчас корова лежит неплохо вроде бы. Нет, нет, нет. Закинула еще мелочь. Как-то уж совсем не хочет корова, чтобы мы ее вытащили. И я не хочу тратить много денег на нее. Поэтому закидываю пока мелочь, которую нахожу у себя. Хочется, конечно, минимум затрат, потому что больше в этом автомате мне ничего не нужно. Я играю чисто на корову. Но, судя по всему, придется закидывать и бумажные деньги еще. Нет, смотрите, снова клешня опускает юбку на туловище коровы и соскальзывает. Ладно, подождем удачную попытку. Ай-яй-яй, опа, нет. Блин. Я думала, это будет легче, честно. Ладно, ребята, пришлось закинуть сотку. 100 рублей еще ушло. Это получается уже 250. Ничего себе. 100 мы закинули, потом 10, потом 40. И сейчас 100. 250 рублей. Так, корова, дорого обходишься уже. Ладно. Мы никогда не сдаемся. Поэтому играем до победного. Давай. Ну, смотрите, берет неплохо, но выбрасывает. Надеюсь, конечно же, на удачу. Давай, давай, давай. Нет, смотрите, блин. Ну, судя по всему, буквально передо мной кто-то пропустил удачную попытку, либо вытащил большую игрушку, потому что... Корова не хочет отдавать. Вот видите, как берет классно. Но выбрасывает тут же. А захват прямо отличный был.
Ой, что же с нашими автоматами сделали? Подкрутили их прямо вообще. Да. До последнего уже, блин, не знаю. Так. Ну, смотрите, прям вообще не хочет. Не хочет ее брать, вытаскивать. Я даже не пойму, получится мне ее забрать или нет. Смотрите, вообще ни в какую просто. Вот тут тоже очень хорошо взяла ее клешня. И что, и выбросила? У нас, кстати, ребята, я не знаю, как у вас, автоматы уже прям совсем плохо работают. Даже не в плане настроек, а в плане того, что рычаг этот шумит, кнопка западает. Вот так вот просто неаккуратно люди некоторые играют, наверное. Не знаю почему. Когда автоматы поставили, мне казалось, что они новые. А сейчас... Ой... Я не ожидала, что придется потратить столько денег на эту корову, но в автомате уже 350 рублей. Самое смешное будет, если я ее не выиграю. А еще смешно то, что я рассказывала, ее так легко достать, так легко вытащить, а по итогу трачу такие деньги. Ну вот, опять и снова не берет. Так, это последняя сотка, которую я потрачу сегодня. Все. Сейчас вообще смотрите, как она неудобно лежит. Очень неудобно. Ладно. Доигрываю и едем домой. Вообще не берет. Вот как-то так сегодня мы играем. Не знаю, почему так. Может, день неудачный или что? Непонятно. Нет, вообще, смотрите, не берет. Просто не хочет. Не хочет брать. Нет. Ну что, ребята? Ой, извиняюсь. Нажмите на паузу и напишите, выиграем мы ее или не выиграем. Как вы думаете? Вообще упала, смотрите. Ой, блин. Капец, конечно. Снова так поставила. Пару попыток остается, и все, едем домой. Хватит на сегодня. Уху-ху-ху, ребятки, все. Мы это сделали. Все, доигрываем попытку и едем домой с коровой. Я рада, что мы ее выиграли, но слишком много на нее потрачено, слишком много. Так, ребята, ну что, все-таки мы ее вытащили, вот эту шикарную коровку. Она в шубке, видите, очень красивая, с бирочкой, классная коровушка, большая. Все-таки мы ее вытащили, отмучили, так сказать. Все, ребят, всем спасибо, кто нас смотрит. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и оставляйте свои комментарии. Всем пока-пока!